комары из Воронежа передали привет россиянам. Страдающие от нашествия комаров жители Воронежской области выложили из мертвых насекомых надпись «Привет, мы комары из Павловска». Таким образом, горожане хотели привлечь внимание к своей проблеме. Снимок опубликован в группе «Подслушано в Павловске» в ВКонтакте. Полчища кровососущих уже неделю терроризируют население трех населенных пунктов: город Павловск, село Александровка Донская и Русская Буйловка. Из-за укусов некоторым жителям потребовалась медицинская помощь. В регионе дважды проводилась дезинсекция. Первая была признана неэффективной, повторная проводилась Роспотребнадзором в течение трех дней и закончилась 20 мая. Нашествие комаров специалисты объясняли погодными условиями, которые создали благоприятную обстановку для размножения насекомых. Зима была снежная, весной были обильное половодье и теплая погода, что способствовало созреванию личинок. В последний раз подобная ситуация в области была в 2013 году после разлива рек. Больше ада и странных новостей в TELEGRAEM канале, лента дна. Подпишись, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.